скажу только пару слов про православие в Словении и про перспективы работы и препятствия, которые реальные, да, и перспективы, которые вот только желательные. Таня будет мне помогать, да. Это. Я хотел начать вот с исторического маленького осмотра православия в Словении, как вообще оно там появилось. Только в 16 веке с беженцами, да, перед турками, православные сербы из Сербии, Хорватии, Боснии убежали в Словению и поселились в Восточной Словении, в основном в Восточной Словении, в области, которая сегодня называется Белая Крайна. Это граничная область на востоке. И, конечно, они сразу попали под большое давление государственных властей, которые пытались скоро ассимилировать этих православных политикой униатства. Да? И это была очень успешная политика, потому что сегодня осталось только три деревни в Восточной Словении, где еще живут православные. Но, допустим, в одной деревне, которую вот сейчас увидим на церковь, вот эта деревня, да, на картине, там остался только один православный верующий, да, в других двух деревнях там 15-20 человек, да. Политика униатства, иначе в Австро-Венгрии была очень успешной, да, так как вот к концу существования Австро-Венгерской империи большинство православных на самом деле приняло унию, и в Австро-Венгрии, значит, было в начале 20 века больше 5 миллионов униатов и только 3,5 миллиона православных, если не считать Боснии, которую приключили, ну, которая была в рамках Австро-Венгрии только несколько десятилетий. Да? Самое большое сопротивление унии, униатству оказывали православные сербы. Значит, с ними не удалось сделать то же, что делали в Галиции, Валахии и Словении с православными сербами в Хорватии. Да? Потому что они могли добиться своего как защитники границ Австро-Венгрии перед турками, да? Но непрестанно австрийские правители давали привилегии, предоставляли привилегии православным сербам, когда существовала угроза турецких нападений, да? А сразу, когда эта угроза заканчивалась, они отнимали эти права, лишали привилегий сербское православное население. Да? Тем не менее, значит, сербы в Хорватии более-менее сохранили православие, между тем, как в Словении его потеряли, потому что в Словении вот эти православные сербы не являлись защитниками границы. Вот так мы доходим до 20 века, где пришло до больших перемен. Значит, Австро-Венгерская империя перестала существовать. Формировалось королевство сербов, хорватов и словенцев, которое переименовалось потом в Югославию, где сербы исполняли главную роль, да, ведущую роль. Они были руководителями, были в армии главными и так дальше. И это все было очень связано с идеями панславизма. Да? И сербы, как сказать, не сумели до конца
использовать это свое ведущее положение, ведущую позицию в Югославии. Но в то же время, значит, после 1918 года в Словению приезжает большое количество православных и сербов, и русских, значит, белой эмиграции, которые совершили большое влияние на культурную жизнь Словении. Допустим, главными учредителями университета в Любляне были православные, русские и сербы, главные профессора, главные кадры тоже, научные, технические, административные и, конечно, военные, были православные сербы и русские. Тогда, во время первой Югославии, во время королевства сербов, хорватов и словенцев, обратилось православие, на самом деле, огромное количество для Словении, да, словенцев, католиков, по разным причинам. Некоторые говорят, что половина, или может быть и больше, обратились из-за возможности второго брака, да, в православии, возможности, которой не было в то время в католической церкви. Да. Потом, как я уже сказал, была очень влиятельная идея панславизма, и некоторые, конечно, приняли это православие вот, чистого сердца, значит, поняли подлинность православия по сравнению с католицизмом. Тогда именно появляется и апологетическая литература, частично написана самими словенцами, да, словенскими интеллектуалами, которые обратились в православие. К сожалению, вот государственная политика официальная, значит, самого сербского двора, самого короля, была против этого массового обращения в православие. Это абсурд, но это так, потому что король пытался навязать всем этим разным народам, да, политику братства народов и религий. Да. Значит, три главных религии – православие, католицизм и ислам. Ислам, прежде всего, в Боснии и Герцеговине и Южной Сербии, и частично Черногории. Были такие лозунги, и везде писали во всех публичных учреждениях и так дальше, как это внизу, что можете прочитать. «Братья био, ма кое вере био», значит, брат дорог, несмотря на то, которой религии он принадлежит. Да? Так что православная миссионерская работа в Словении не поддерживалась королем, ну, официальными властями сербскими. Но, несмотря на то, православие было расцветающей религией в Словении, построили три храма, и многие словенские интеллектуалы, даже если не обратились в православие, поддерживали его публично и в журналах, газетах, и в финансовом смысле. Во время Второй мировой войны Словению завоевали с юга итальянцы, с севера немцы, и итальянцы не разрушали церквей, а немцы разрушили все православные церкви, которые были на севере. Остался только один единственный храм в Любляне, потому что столицу Словении, Любляну оккупировали итальянцы. Да? И немцы, конечно, выгнали всех и православных, и словенцев, которые не хотели подписать заявление, что они на самом деле немцы. Выгнали их в Сербию. Да, это интересно, вот огромное количество беженцев приехало в Сербию. После Второй мировой войны, значит, остался только один православный храм. Вообще запретили религиозную пропаганду и учебу в государственных учебных заведениях. И хотя этот наш югославский коммунизм не был таким свирепым, как у вас, да, у нас не разрушали церкви, не
там только пара человек погибло от церковных лиц, допустим, сразу после войны. Но все равно, особенно в Словении, коммунизм был самым острым, да, по сравнению с другими частями бывшей Югославии, потому что многие партийные деятели проходили школу именно в Москве, да, и стали такими очень жестокими гонителями религии вообще, да, значит, не только православия, но и католицизма в Словении. Вот в 90-х годах пришло до развала Югославии, и появилось очень отрицательное отношение к сербам. Значит, до тех пор сербов считали спасателями славянского народа, да, потому что они во время Первой мировой войны защищали славянцев, создали границу славянскую и на севере, и на юге. Но и во время Второй мировой войны, значит, партизанские отряды сербские освобождали Словению, но в 90-х годах на самом деле начали на это все, на сербов вообще смотреть как на оккупантов, да. И понятие православия в главах людей, в главах обычных словенцев тесно связано с понятием православия. Значит, православие — это сербство на самом деле, да, что-то связано с сербами, ну и какими-то другими славянами, но на практике, как в конкретном случае, это сербы. Да? Но отношения до сих пор очень улучшились, нету такого отрицательного знака перед сербами и православием в 21 веке. Но есть новая ситуация, совсем новые условия для православной церкви и православных вообще, потому что, значит, это бывшее стремление обратить всех в католицизм, да, в Австро-Венгрии, поменялось на то присоединить всех к Европейской Унии. Да. Значит, это понятие католической унии поменялось на европейскую унию. Да. И вот эта властвующая европейская элита пытается всеми способами, значит, во всех смыслах, и политическом, и экономическом, и ценностном смысле поглотить православных и всех других, которые живут на территории Евросоюза и в окрестностях. Главные проблемы, что новая европейская идеология, новое политическое состояние, значит, лишает родителей прав полного ценностного и религиозного воспитания. Учебные структуры нарушают эту политику Евросоюза и запрещается открытое сопротивление другим религиозным движениям. Да, об этом еще немножко буду говорить. Но не все так отрицательно, есть и положительные факторы, как то, например, что нет больше господствующей религиозной организации. Значит, католицизм стал только одной из религий. На самом деле в Словении больше всего атеистов. Да? Нет запрещения православия, да, что случалось в Австро-Венгрии не один раз. Потом очень хорошие условия для строения храмов и приходских центров. Потом возможно использовать информационные технологии для миссионерской деятельности. Печать не такая дорогая. Вот. И, конечно, вот люди массово уходят из римско-католической церкви, особенно молодые, да, и интересуются православием. У нас уже такая маленькая группа
студентов или бывших студентов католических вузов, которые сами вот пришли к выводу, что православие – это подлинное христианство, да, вот, что с католицизмом что-то не так. Но, конечно, есть и куча отрицательных факторов, и, как я уже упомянул, это прежде всего законы Евросоюза. Допустим, очень-очень это влияет, это чувствуется в области вот этих личного права на половую ориентацию, да, и, значит, права гомосексуалистов, они везде пропагируются, и в школах, в том числе, в Словении за последние 9 лет провели 3 референдума. 3 раза проводили референдум по вопросу, возможно ли гомосексуалистам усыновлять детей. И каждый раз большинство словенцев проголосовало против, но они будут это повторять каждых 3 года, пока это не усвоится, как во всех других европейских странах. Да, значит, все равно, что люди думают, с хорошей пропагандой, которая очень сильная, вот это сознание все равно изменится. Потом, вот, европейские законы, допустим, не предусматривают одобрение вида на жительство семьям православных священников. Значит, у нас был такой пример, в прошлом году получили 3 молодых священников, да, из Сербии и Боснии, и они могли получить визу словенскую, да, но их семьи не могли, а у них большие семьи, у каждого 4 или 3 ребенка. Просто законы Евросоюза не предусматривают этой возможности, что у религиозного лица, у клирика своя семья, да. Это проблема не только для православных, но и для мусульманских клириков. Потом запрещается выставление христианских символов в публичных местах и учреждениях, и даже лично, значит, если вы работаете в государственной организации, нельзя у вас быть креста, который бы был виден снаружи. Да. Потом, вот это что о чем много-много говорят, да, не только про любовь, но и эту речь без ненависти. Да, это такое понятие «no hate speech». Да. Значит, этим на самом деле запрещается любой разговор, в котором православные сопротивляются или критикуют какую-либо другую религию. Значит, вот, нельзя сказать, что, допустим, ты считаешь, что Мухаммед не был пророком, да, или что католицизм – это ложное христианство. Нельзя, просто это уже обижаешь принадлежащих к другой религии, и это, значит, принадлежащие другой религии могут уже по закону вот, подать в суд, допустим, из-за таких заявлений. Да. И, конечно, вот в государственных учебных заведениях есть так называемое антидискриминационное образование, которое вошло вообще в программу, учебные программы всех школ, и начальных, и средних, и где нарушается понятие нормальности, да, любой половой ориентации и также равноценность всех религий. Да. Теперь, вот, допустим, детям дают книги для детей с рисунками, где, допустим, двое пап, двое мам, или, ну, у детей, да, такие рассказы, вот, для совсем маленьких детей, да. И, конечно, вот, все религии, вот, мудрые и глубокие и так дальше, да. Есть, конечно, отрицательные факторы, которые касаются внутренней жизни Сербской православной церкви, да,
Потому что вот вы совершенно не подготовлены к миссионерской работе, да, вообще отсутствует опыт и практика миссионерской работы. Потом у нас проблема, что в Словении нету ни одного монастыря, нету ни одного монаха, есть только белое духовенство, которое вообще не занимается, допустим, благотворительной деятельностью, да. С исключением вот позапрошлом году, когда у нас были большие наводнения, вот тогда и духовенство там включилось в эту попытку помочь людям. Ну и, конечно, у нас в сербской церкви литургическая жизнь сведена на минимум, да. Обычные священники служат только два раза в неделю, да, это раз вечерняя, которая продолжается там, допустим, 15-20 минут, и раз литургия, да, и все. И поэтому, конечно, все эти сербские священники на всех смотрят как на каких-то бизнесменов, да, которые ходят по домам верующих, да, когда верующие отмечают свой семейный праздник, который у нас называется «Слава» или «Крестное имя». Это праздник целой семьи, да, и это, значит, день своего святого заступника. У нас нету личных крестных имен, да, но у каждой семьи есть свой святой заступник, и потом в такой праздник, вот, священник обычно приходит домой, да, или люди приходят в церковь с едой, которая там благословляется, освящается, да, в церкви. И проблема в том, что 95%, я сейчас говорю не по статистическим данным, но преобладающее большинство сербов связывает церковь только с этим праздником славы, да, славы или крестного имени, и с величайшими этими праздниками, значит, Рождество и Пасха. Так что вот это эти внутренние наши слабости. А есть и, конечно, внешние факторы, которые отрицательно влияют на миссионерскую деятельность. Допустим, средства массовой информации, да, они на словенском языке, они везде, дети их постоянно слушают, не слышат на самом деле вообще своего сербского языка, да, и поэтому дети, допустим, между собой все уже говорят на словенском языке, что связано, конечно, все с процессом быстрой ассимиляции, да. Очень много смешанных браков, теряются все эти культурные отличия, да, которые вообще в городской среде и невозможно так просто сохранить, да, и чувствуется везде это общее обмерщение, секуляризация общества. И, конечно, тут, как и везде, культура наслаждения, которая резко противоположна духу православному. Ну и последний отрицательный фактор, который очень-очень влияет на людей, это экуменизм. Да? Как я сказал, очень много людей выходит из католической церкви, но так как наши владыки, священники постоянно встречаются и молятся, да, уже третий год, допустим, произошло больше 40 таких молитвенных встреч, да, сербского духовенства и владык с их католическими коллегами, да, это не больше просто такие совместные собрания, что это прямо молитвы там, ну, мы можем посмотреть вот несколько фотографий, допустим, вот, ну, плохо видно, но вот тут наши молитвы, допустим, молятся в католическом храме в Дубровнике позапрошлом году, они на коленях там. Или здесь, за алтарем, тоже в Дубровнике, в прошлом году, да, там читают совместно молитвы, символ веры и так дальше. Потом, вот, допустим, в Сараево, столица Боснии и Герцеговины, да, теперь уже вот третий год происходят совместные молитвы, да, это позапрошлом году, это в прошлом году, значит, вместе читают молитвы, не просто там, чтобы стояли, чтобы что-то. Вот, допустим, Вене, да, ну,
там, в прошлом году, в этом году. И нет, только с католиками, вот, допустим, молятся вместе с евреями, и так даже вот это в синагоге, да, наш патриарх. Ну, значит, очень серьезное состояние, серьезная ситуация. Молодые люди, которые приходят из католической церкви, ну, считают, вот, если эти ваши священники и владыки говорят, что мы одно, и что все это и не отличается, да, значит, вот нету ни такой особой причины переходить в православие, принимать православие, да. И к такому впечатлению способствует, конечно, и то, что православные сербы в Словении служат только в одном православном настоящем храме и в 7 храмах, которые католические, да, которые, значит, католическая церковь Словении дала в использование православным сербам, и католики там не служат, кроме раз в год. Да, значит, раз в год у них там на праздник, которому посвящена определенная церковь, да, они туда приходят, а иначе вот там служат наши православные священники. Да. Но хорошая новость, что на данный момент вот строятся еще 2 православных храма на севере Словении, как раз в тех городах, где немцы разрушили вот во время Второй мировой войны храмы. Вот, это и все. Спасибо.